Добрый день, меня зовут Михаил Баранов, я представляю компанию «Видное Эко». Мы занимаемся реставрацией старинных автомобилей. Занимаемся давно и достаточно успешно. Это автомобиль «Пирсеро» 1930 года выпуска. Как вы видите, на нем огромное количество деталей из хрома. При реставрации таких автомобилей это одна из самых основных проблем. Где сделать качественный хром? Мы давно сотрудничаем с компанией «Солитон» из города Волгоград. Где сделать хром лучше, я, честно говоря, не знаю. Особенно хром на такие машины и в таких объемах. Посмотрите на рисунок радиатора, на фары, на бамперы. Это все сделано из хрома. И детали достаточно старые. Их надо бережно подготовить и бережно восстановить на них хромированное покрытие, чтобы оно было идеальным, гладким, ровным, без пыли, без мусора и без посторонних оттенков. И самая главная задача – сохранить эти редчайшие детали. Потому что, например, такую решетку радиатора нельзя ни найти, ни изготовить. В Солитон мы отправляем эти детали без сомнений, без страха за то, что они к нам больше никогда не вернутся. Автомобиль Бьюик 1933 года выпуска. Виктория Кабриолет, редчайший экземпляр. Также огромное количество хромированных деталей. Фары, решетка радиатора, стойки откидной крыши, которые сделали в Германии в 1933 году. Зеркала, колпаки колес, все это также требует бережного отношения и продуманной детальной работы. На этом все.